О, нихуя, это же мой автобус, блядь. Да подожди, дай я сигу затушу, блядь. Так, давай, вот тут спереди прям приземлюсь. Так, где там вот этот дверь? Так, мне, пожалуйста, в аркадные автоматы. Да, самый короткий путь. Не, ну тут-то я не сомневался, что мы пройдем. Тут надо было разогнаться, не нормально, пока едем. Ебать, хорошо идем-то как, а? Слышь? А очень хорошо идем. Так, вот тут немножко сложное место. Нормально, прошел по габаритам. Новый маршрут, так, блядь. Дальше. Подземный автобус просто, метро, блядь, два. Сейчас тут главное, что поезд не выехал. Не туда, назад! Шеф! Нам пизда. Там, ты не туда поехал. Разворачивай, блядь. Давай быстрее. Фу, стой, все, замри. Не надо, там трамвай, блядь. А, он остановился. Я ему факт покажу. Пошел нахуй, мы тут едем. Он быстро может тормозить, так что нормально. Так, на вот, вот тут направо нам. Че мы там встряли? Мы там слишком длинный, нет, смогли, смогли, прошли. Ну тут изи, изи мод. По кочкам нормально, в канамку пух, а там петух. Да? Так, знаешь, куда? Так, направо, направо, направо. Вот оно, это место. Ну, блядь, я вангую то, что мы тут, в принципе, физически никак не проедем. А чё, в смысле мы влезли? Да не повернёт, нет, не может быть. Всё, пиздец. Приехали. Как мы выходить будем? А, я вышел, лол. Как я заходить буду? А всё, я уже не зайду. Ну ты меня тут заблочил. Это дверь, блядь, не открывается тут. У тебя покрышку ёбнула. Я ее не трогал. Ну ты долго на месте резину колупала, она, да, лопается. Монтировку давай. Меняй колесо монтировкой, блядь. Ты что сделал? Ясно, ладно. Стрелился. Я тоже. Бам! А, ну вот тебе общественный транспорт. Говорю же, сука, не пройдем по габаритам там. И джип нахуй залагает там, останется. Я просто, я думал, с той стороны на самом деле автобус столкнуть, а не с этой. Давай, вперед, только вперед. Ну ты притормаживай чуть-чуть хоть. Ёбаный круг. Так, направо, 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 вот, вот тут он, да. Мне кажется, он уже задиспавнился. Да. Эх. А, вот и вот он. А чё? А, вот. А чё, пулеметы. В смысле? Не может быть. Да, блять. Дверь. А чё, в смысле? Пулемет ебучий мешает, ты прикинь? Бля, есть план, стой, отъедь, отъедь назад. Стой. Не поможет. Да я, блядь, поможет. Погазуй на месте, порви их. Передний не смогу порвать. Я тебе там еще одна. Он полноприводный, в смысле, ты должен все, по идее, не? О, одна есть. А, ну я знаю, как. Блять, не сбей. Сейчас, мне нужно в тену газовать просто. Да мне кажется, мне надо пострелять просто. Ну, давай, пробуем. Блять, чуть-чуть не хватает. Ну-ка, стой, нахуй. Заниженную давай. Подвеску надо упрись, ставить. Упрись. Ну не могу, мне нужен самолет целый, чтобы его модить. Давай, сука.
Ну все, пиздец, блядь, по вонючей канализации пешком, нахуй. Приехали, блядь. Слушай, а вот он, кстати, по туннелю так скользит нормально. Ладно. Все, нахуй, станция... моя остановка. Станция конечная, блядь. Может, это Кока-Кола, алё, блядь? Нет. Ну, это не рабочий. Ясно. Нахуй. Добрый день. Добрый день, офицеры. Чё, бабы полицейские, первый раз вижу такое. Если, блядь. Ну, в смысле, в этой игре. Вот, кстати, вот такая нужна форма как-то. Вот смотрел сейчас чела. Ебанат, что ли? Ну, в смысле... Псих, блядь. Где? Скажите ему, что если он выстрелит, то вы все умрёте. Да, все, блядь. Давай, ты на транспорте, короче. Ты чуть даже форму не взорвал. Ты забрал, в смысле? Да, я с сумкой. Давай, поехали отсюда. Ты чё, шлюха, ты чё, ёбнутая? Давай подерёмся, блядь. Проститут, я его застрелил, от проститутка такая, ты чё, охуел бы? Драться давай со мной. Давай, блядь. Чё нахуй? Кулачный бой, блядь, поехали. Вот эти двое справа мои, нахуй. Залетаем. Ба! Хуя, двое на одного, вы чё, блядь? Куда ты побежал? На, блин. Следующего мне сюда. Вот ты, блядь. Блядь. А, больно? Давай, сука. Оп, наебал. Нахуй. Бля, это же он сказал, я это слышал. Да, это он говорит. Ебать. Блять, самое охуенное это, ну, авария на мотоцикле от первого лица. А ты чё, а попробуй, услышь, а ты сможешь? Я пытаюсь. Тебе спойлер мешает. Его можно отстегнуть. Надо оттюнить, да, без спойлера. О, все, отстегнули. И чё? Все, я спрятался. Хуя. Ну ты как тягач, давай толкай его теперь. Он меня реально ускоряет. Так тягач. Вин, бегаю, блядь. Правильно вообще, нет? Куда? Туда ехать. Похуй. Главное не тормозить. В другую сторону, да? А я попытаюсь, понял, наверх на него залететь. Сейчас будет момент какой-нибудь. Найду трамплин и попробую наверх запрыгнуть. Нихуя, я на крыше какой-то, чё? Нихуя, на крышу мог залететь, все. Тихо, не двигайся. На. Спасибо. Помогло? Помогло. Я сам вытащу. Давай, я помогу. Толкаю. Я как опора на колесо, давай. Я толкаю, давай. Вытолкали. Все, поехали. Быть как на скейтборде был. На кочку наехал, да? Давай, погнали. Тони Хоук, про скейтер. Давай, газу, фул газ, дай просто, вот прям максимально. А, о. Не, ну это меня убило бы.
если бы я раньше не упал. Давай на этом скейте погоняем, давай. Вот трюк, смотри, базовый трюк. Поехали, давай. Так, вот так я заряжаю прыжок. Там, сейчас, снизу, сейчас, ебать, давай, шеф. Стой. Так, подожди. Давай. Я зарядил прыжок. Блять! Ебать, ну да. А, как я выгляжу? Ой, нахуй, лучше оставить второе лицо. Ненавижу, блять, клоунов. Стелса не будет, я влетаю и стреляю. Да все уже влетели. Хотя мы как-то незаметно сюда заехали. Ладно, я не шумлю. Слышь, а мы реально на инкогнито все еще были. Уже нет. Уже нет, но я. Когда я заезжал, еще были. У меня тоже поле зрения еще показывалось. Труба! Ебать, это откуда? Это вот... Вот это вот все пропадал? Нормально. Ты хакаешь там, хакер? Давай, я посвечу тебе. Блять, клоуны работают. Нельзя же говорить. Да уже поздно, я уже сказал. Открывать еще? Че не открывается? А че можно открыть? Мы же с тобой тут, помнишь, на ограблении были, ты че уже забыл? Да. Дорогу. Отправляйтесь на площадку. Я вам заспавнился нормально. Прям перед ебалом. Бля, у них какой-то камуфляж невидимый, нахуй, я хуй знает. Это трип, мы уже под кислотой. Клоуны. Клоуны, да. Мы же здесь были. Ну, нас попросили вернуться. О, теперь ищем информацию, отлично. Может, еще раз обратно? Монтировку нашел, подобрал. Типа нашел? А что ты типа нашел? Как выглядит? Надо сфотографировать. А, оля. Без вспышки фотка, я свечу. Селфи делаешь, давай тоже. Попросили фотку отправить. Клоун жирили. Опять. Клоуны, блядь. Какие химикаты. Бля, какая-то по идее нахуй. О, нихуя. А, для этого монтировка и нужна. Реально как по идее. Похоже то, что нужно. О, я какую-то баночку взял. Шапито, блядь. Вот. А, не вот. Вон. Сколько ты светишь? А, нам надо туда подняться, да, на лифте? Да, это выход на улицу, не типа. Надо. А чё, почему не надо? Нам же поезд нужен. А, нам надо успеть поезд еще догнать. У меня тоже. У меня тоже. Клоуны, блядь. Какие мы организованные с вами. Я на этом говне не поеду за поездом. Свою вымышленную возьму. На своем говне поеду. На своем говне только. Я тоже быстренько выйду. Вообще неплохой джип, тут кофе есть.
Не буду тебя сбивать. Ой, это не считается поездом. All we have to do is follow the damn trains. Добраться до цели раньше, чем вот это вот. Блять. Быстрее поезда? Быстрее поезда или в поезд надо? Быстрее поезда. Говно вопрос, поехали бы. Я думал, надо на поезд, на лету, блять, все как по канонам. Всего-то обогнать его. Поднимайтесь еще. Там, наверное, надо рельсы ёбнуть, я бегу. Давай, 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 он уже рядом. Успел? На нахуй. Чу-чу, мазафак. А куда он? Явно не туда, куда нужно. А теперь за ним, что ли, блядь? Ну, еще машина переиспал. На нахуй. Я это слышу, но не вижу. Сзади. Куда ехать? По рельсам, блядь. Ну, я, по-моему, перелетел. Да, мы уже должны спиздить циркулярки у них. Видите. Как удобно подвернулось. Все рассчитано было наркоманами, блядь. Под кислотой. Вот розовый динозавр снова. Вертолет. Парни, там что-то химическое это. Утечка. Или мне кажется. Мне кажется, мы этим уже заранее надышались. Так, надо срезать замки, да? Нажмите Е. Я режу. А вы меня кроете. Идей. Я так могу, кстати, тоже. О, у меня своя болгарка. Вот это то, что нужно. О, я оружие нашел. Забрать их можешь? Почему трясется? Забрал, да? Да. По-моему, оружие было. Блять, тут фонит, парни. Похавать, газировки выпить там. Работаем, давай. Болгарщики. Болгарине. Болгарцы. Опа. Сюда. Пять вертушек. Ой, не та. А все, это пассажир теперь. Ну, то есть, стрелок, блять, пытаюсь, кушай там. Я не вижу, что у нас сзади там, мы застряли. Вперед ехай, ебать. А третьего клоуна брать не будем? А тут третье место, что ли, есть? Как мы со стороны, Гриш, хорошо смотримся? Как клоуны.
Я про машину, в смысле. Мы, это понятно, да? Что как клоуны. Золотой револьвер, блядь? Да. Ты прям вообще в образ клоуна вошел, да, по полной? Ой, у нас хп тачки есть, кстати. Но она вроде, ну, плотненькая. Ты как они спавнятся? Спасибо, док. Нахуй. А, это ты был, Криш, извини. Бля, ну у тебя джип как у них. Я потом полетел. Знаешь, как ты за спину левого стреляешь своего револьвера? Ты просто так руку вот тебе сгибаешь. Не спрашивай, да, как да. Ты сам себя глушить пытаешься. Вот что был. Полностью в образ клоуна. Не вижу, что там. Еще и магазин, главное, увеличенный. То есть, его преимущество, компактность вот эта, да, то, что маленький можно спрятать, полностью нивелируется этой модификацией. Я поворот проебал, пиздец, теперь 3 километра до следующего хуя. Мы охуенные модники. Не, ну Лео прям вообще хипстера, блядь. Так, к нему-то вопросов мало, блядь. Сережки с калашами, блядь. Да, блядь. Две зебры, нахуй. Никакого оружия, идем все естественно. Лео, он же вписался, блядь, ты на NPC похож. Давай, открывай, дура. Нормальная картинка с аниме. О, нихуя, GTA Vice City, о, жопа. В оригинале жопы не было. Лео, он охуел. Ты ч, беги за ним. В шкафу закрылся. Нормально, флайеры. С кулаками их. А, оружие дали. Я уж пошел драться. Чего, блядь, из РПК? Подожди. Ты меня так чуть не взорвался сейчас. Да, не делай так. Кнопку ты взорвал, алё. Ты взорвал её. Такие типа ни при чём. Нормально. Я весь в крови, в пуле. А у меня украли дважды зимбройные штаны. Ебать тут минус глаза. Кушайте, парни, ну сейчас же есть быстро покушать. Не забываем быстро кушать и быстро одевать броню. Уже кончилась броня. Где он? Внизу, блядь, со светом, блядь. Вы чё прыгнете? А, это он был? Ой, школьника убили этого молодого. На Лео похож хоть. Ну, в смысле, из-за одежды, между очки это. Лицом не очень. Нам там сказали, у вас есть выбор, как съебаться, и мы что-то... Им не воспользовались? А тут чуть... Ну давай как... Нет, не хочу как... Не-не-не, давайте никак пришли. Или стоп, подожди. Гараж, о, не, я в гараж. Зато я на машине. Да, я в гараж лучше, в гараж, соглы. Я на твои поеду, все, удачи. Это какую тачку, по-моему, раздобыли, да? Я тоже нихуй сквозь пиздил. Я въезжаю в стройку. Я тоже так сделал. Ты умер? Нет, я вылез. Не, ну выглядело круто. Просто она закончилась, когда ты увидел. Да. Ну я и выпрыгнул параллельно.